Постани, дружок, немножко. Потом будет легче. Смотрите, если вот большой палец не стыкуется с мизинцем, вот видите, остается 5 миллиметров. Это значит, продольное плоскостопие все-таки, вернее, продольное вот так, поперечное, все-таки есть, да? Это вот эти пальцы, вот три пальца, они вот вылазят, как правило, вот сюда вниз. Поэтому мы их разминаем. И достаточно жестко вот туда вот продавливаем вглубь. Делаем вот такой вот молоточек и... Оп. Отпусти ногу, отпусти, не держи. Ага. Изначально везде прямой угол соблюдаем. Оп. И оп. И вот теперь смотрите, стыкуются, видите? Потерпи, это болезненно, да, это болезненно, зато потом будет легче ходить. Теперь сами пальчики, как клавиши. Прижимаем. Болезненно. Все это болезненно, буквально на пару секунд проходит. И мы фаланги дистальные выдергиваем. Так. Сейчас саму стопу. И от продольного плоскостопия вот такой приемчик у нас есть. Раз. Раз. Далее будем использовать палочки кариольские. Для пробития вот этой косточки, увеличивая свод стопы. Вот этими палочками, да? Ну, об этом будет у нас в следующей серии наших видеоуроков. А сейчас с вами прощаюсь, или не прощаюсь, а жду вашей подписки. Олег Лагудин с вами. Подписывайтесь, я еще в дальнейшем скажу кое-что интересное.